В реальных церквях, в настоящих церквях, по-настоящему дружат. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Это последняя глава Евангелия от Иоанна. Рассказывается здесь о том, как Иисус после Своей смерти, погребения и воскресения приходит к ученикам. И здесь замечательная сцена, я думаю, что она по-настоящему может нас ободрить. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 1 стих. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. И Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет!» Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что «Это Господь», опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Даже вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его, «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр печалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли ты Меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, «Иди за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди Его, сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу,
«Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, то тебе что до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик свидетельствует о сём и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за эту замечательную сцену, когда незнакомец пришел на берег. Благодарим Тебя, Господи, за эти явления Христа в воскресении, о том, как Христос напоминал и ученикам, и напоминает нам, что хотя Тебя не видим, Ты все равно с нами. И мы призываем Твое обещание, мы верим, что Ты с нами. Духом Твоим Ты учишь нас, Словом Твоим говори к нашим сердцам. Веди нас, чтобы нам уподобляться Христу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Первое явление Христа по воскресении записано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, когда Иисус явился Марии Магдалине. Второе явление — Петру. Единственная ссылка, единственное указание на этом мы находим в Евангелии от Луки 24:34, где сказано о том, что Господь воскрес и явился Симону. Мы не знаем, о чем они беседовали, это была их личная беседа, нигде не записано, о чем они говорили. Но вот что удивительно, ведь Петр отрекся от Христа, солгал, а Иисус пришел к нему. Он не сказал ему, «Петр, ты накосячил». Нет, он пришел к нему. Их отношения были восстановлены, но все равно что-то случилось. Что-то не то было с Петром. Так оно и с нами сейчас. Если мы кому-то наносим обиду, причиняем обиду, мы можем просить прощения, у нас будет даже примирение, но все равно что-то на какое-то время будет не так, потому что мы знаем, что мы причинили этому человеку боль. И все как-то натянуто. Нам как-то неудобно, потому что мы знаем, что причинили боль. Препятствия можно удалить между нами. Отношения можно вроде бы восстановить. Но для того, чтобы по-настоящему воссоздать отношения, нужно время. Именно об этом 21 глава Евангелия от Иоанна. Петр вместе с друзьями отправились на Галилейское море, они выбрались из столичного города Иерусалима, они снова выбрались, ну, скажем так, в деревню, подальше от всех скандалов, подальше от всей коррупции. Они выбрались к Галилейскому морю, в свои любимые места. Было здорово вернуться домой, было здорово снова ловить рыбу. И вот Петр и предлагает друзьям, приятелям, «Пойдем ловить рыбу». «Пойдем», — говорят они. И они забрасывают сеть. Кто-то критикует Петра, говорит о том, что «Ну вот как же это, Петр ушел из служения». Но как Иисус отреагировал на эти события? Я считаю, что реакция Иисуса, записанная в Евангелии от Иоанна, 21 глава, дает ключ к пониманию всего этого фрагмента. Друзья ничего не поймали, а в 5 стихе Иисус обращается к ним. Он зовет их и говорит, «Дети» или «Друзья, есть ли у вас какая пища?» Я думаю, это слово, которое переводит либо как «дети», либо как «друзья», описывает самую суть отношения, которого ожидает Христос от нас к себе и от нас друг к другу, чтобы мы были друзьями. Где-нибудь на селе в этой ситуации сказали бы, «Эй, мужики!»
Подростки в этой ситуации, наверное, скажут немножко по-другому. «Эй, пацаны!» А где-нибудь в Испании или в Латинской Америке скажут примерно то же самое, но это будет «Amigos». Так что именно это и говорит Иисус. Он выражает свою дружбу. «Друзья, ребята, есть у вас рыба?» Знаете, почему мы зачастую не узнаем Иисуса? Мы ожидаем, что Он придет к нам, как великий царь, и скажет: «Падайте ниц!» Или как отец или мать, которые скажут: «А ну-ка, дети, слушайтесь!» Но Он приходит по-другому. Он говорит: «Друзья!» ТВ-семинаре — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.